Столб пламени высотой около 10 метров сняли водители, проезжающие мимо нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Там произошел пожар. По предварительной версии, произошла разгерметизация трубопровода диаметром 350 мм. И в результате возникло факельное горение на одной из установок. Трубопровод перекрыли. На месте работали более 20 человек и 7 единиц техники. Пожару присвоили вторую категорию сложности. Его уже ликвидировали. Информации о пострадавших нет.